Меня зовут Людмила, я из Чикаго. Я хочу дополнить, вот девочка, которая про любовь говорила, она со мной в комнате, другая девочка жила, ей просто нету сейчас. Она рассказывала, она говорит, когда они подошли друг к другу, и она положила руки, вот, ну, руки на руки, она говорит, ты не представляешь, говорит, знаешь, что там было? Там был мед. Там оно аж прилипли, мои руки прилипли, говорит. Вот реально, я смотрю на руки, ничего нету. Я, говорит, ложу, а там мед. Это подтверждение того, что действительно любовь как густая была. Я хочу сказать про себя, что это мой не первый энкаунтер. Первый энкаунтер был в 2004 году, после чего мы в церкви начали делать свои энкаунтеры. И, конечно, были чудеса, были исцеления сверхъестественные, и были освобождения. Но, знаете, вот я сейчас могу сравнить. Конечно, такого посвящения у нас не было, как у служителей, абсолютно. Если так вот говорить, то там было чуть-чуть Бога, а остальное все эмоции, остальное все как-то свое такое, свое понимание, свое видение. Конечно, ну, оно долго не могло существовать, церковь закрыли. Пастору пришло слово от Бога, я верю, что это было от Бога. Церковь закрыли, слава Богу. И... Ну, что есть, то есть. И нет, серьезно, потому что если бы мы дальше так продолжали, я на этом энкаунтере я так освобождалась, я думала, я наполнялась там, оказывается. Знаете, вот на каждом энкаунтере я что-то, от чего-то я освобождалась. Каждый энкаунтер, даже что я служила, я от чего-то освобождалась. Но вот это было так, как будто вот на моем сердце чего-то там налепили. И Господь каждый раз это очищал, но это было сверху. Это было вот верхнее ощущение. И я видела свое сердце чистое, потому что я смотрела наверх. А то, что было в глубине я сама даже не видела, потому что я не видела этого. Я только его завуалировала, эту боль, это все, эту отверженность. И Бог начал поднимать все изнутри, из глубинки. Оно настолько больно. У меня, я говорю, у меня не было никакой горечи по жизни, я этого не чувствовала. Но когда Бог это все наружу начал вытаскивать, я увидела, какая боль, какая горечь, что в жизни вообще я проходила. Хотя дьявол меня обманывал настолько, он говорил, что ты мало страдала, тебе нужно жертву большую, потому что, вот слышишь, пастырь говорит о жертве, а ты не платила ничего. Я Светиком резко, ну, исповедовалась. И я говорю, что у меня вот такое чувство недостоинства. И она мне начала аж плакать, говорит, слушай, говорит, а то, что ты прошла, это, говорит, вообще не знаю, на сколько человек можно разделить. И я действительно, когда я увидела это, оно действительно так. И из-за того, что вот, ну, настолько сильное было освобождение, я очень сильную пустоту чувствовала. Вот когда было наполнение, я как-то эмоционально не могла вот это почувствовать, эту любовь, это все. У меня как-то оно все внутри вот здесь горело, а эмоции вообще отсутствовали. Я даже когда свидетельствую, говорю, у меня эмоций вообще нету. Потом все смеялись, потому что после этого свидетельства мои эмоции настолько проявлялись, что там такой смех и опьянение, и все, что не хочешь было. Короче, Господь очень сильно, да, очень сильно меня и наполнил, и показал вот эти все чудеса, которые я видела по телевизору и представляла себе, как оно может быть, но пока не переживаешь. Это как бы головная боль, пока не почувствуешь, не поймешь. Это точно так же вот и в этом. Я хочу сказать большое, огромнейшее спасибо центру, пастырям, служителям, всем, потому что это очень большая работа. Я знаю, что это за работа. Еще я всегда хотела служить, я всегда стремилась к служению. А вот на этом энкаунтере Господь мне так вложил в сердце, что все говорят, вот теперь начну, вот теперь буду. А я говорю, теперь остановлюсь. Теперь я буду смотреть только то, что Он делает, что Он говорит, и пойду только тогда, когда Он скажет.